Женская сборная Казахстана победила в стартовом матче группового этапа Кубка Федерации. Наша спортсменка Юлия Путинцева в двух сетах победила Гировиту Медиану. Встреча закончилась со счетом 6-2, 6-1. После этого на корт вышла Ярослава Шведова. В двух партиях она обыграла лидера сборной Индонезии. Спортсменка из Казахстана взяла 4 гейма подряд и в итоге победила со счетом 6-3. Таким образом, Шведова принесла второе очко сборной Казахстана и оформила досрочную победу над Индонезией. Завтра наши теннисистки сыграют с командой Таиланда.